Привет! Здравствуйте! В Одессе с 26 по 30 марта прошел 11-й международный фестиваль детского и юношеского творчества «Музыка сердец». В нем участвовали солисты и творческие коллективы из Одессы, Харькова, а также представители афганской общины в разных инструментальных и танцевальных жанрах – вокал, хореография и инструментальный жанр. В этом выпуске вы посмотрите выступления победителей этого фестиваля, лауреатов первой степени в жанре хореография и вокал. Для вас танцует лауреат первой степени в номинации «Народный танец», образцовый ансамбль танца «Мозаика», старшая группа. Дом детского и юношеского творчества «Доминанта», художественный руководитель Полиенко Оксана Анатольевна. Они исполнят «Дуба-танец». Следующим номером вы посмотрите выступление лауреата первой степени в номинации «Эстрадный танец». Образцовый хореографический ансамбль Украины «Сюрприз», средняя группа. Одесский дом детского и юношеского творчества «Доминанта», художественный руководитель Елена Гулида, хореограф Фернандо Делфина Тереза. Танец называется «Встреча с солнцем». Oh,
Сейчас смотрите выступление лауреатов первой степени в номинации «Народный танец», хореографический коллектив «Сюита», средняя группа. Детская школа искусств номер 5, художественный руководитель Агафонова Русана Юрьевна. На гала-концерте они исполняли «Буковинский танец».
сейчас мы покажем один из самых ярких номеров фестиваля. Танец в исполнении лауреата первой степени в номинации «Современный танец» образцового художественного коллектива Украины «Театр танца Грант», старшая группа. Центр детско-юношеского творчества «Дивосвіт», художественный руководитель Полякова Нина Ростиславовна. Он называется «Без тебя». Было, я от этого слова бегу, и никак убежать не могу. Было, опустевшую песню свою я тебе на прощанье пою. Было, упрекать я тебя не хочу, не заплачу и не закричу. Было, не заплачу и не закричу. Ладно, пронеслось, прошумело, прошло, и земля не вздохнет тяжело. Ладно, не завянет ольха у воды, не растают полярные льды. Ладно, не обрушится с неба звезда, и не встретимся мы никогда. Ладно, пусть не встретимся мы никогда. Молчаливых дорог, я однажды шагну за порог. Снова я как будто по тонкому льду к затаенной память приду. Снова над бескрайней землей с утра зашумят и закружат ветра. Снова над землей закружат ветра. Солнце распахнет молодые лучи, ах, как будут они горячи. Солнце будет царствовать в каждом окне, будет руки протягивать мне. Солнце будет в небе огромном сиять, и в него я поверю опять. Солнце, я однажды поверю опять. Когда-нибудь встречу любовь, обязательно встречу любовь. Слышишь, половой дым подступит она, будто утро наступит она. Слышишь, я часть, смеясь и любя, в этот миг я забуду тебя. Слышишь, в этот миг я забуду тебя. Также участвовали вокалисты, в том числе и участники проекта «Будь звездой». Смотрите фрагменты выступлений лауреатов первой и второй степени. Я так хочу,
Поздравляем победителей фестиваля! Желаем им творческих успехов и ждем новых встреч! Смотрите гимн фестиваля в исполнении победителей 11-го международного фестиваля детского и юношеского творчества «Музыка сердец». В мире музыки, песен и звуков много красок, любви, тепла. В этом мире нашли мы друг друга, песня нас за собой позвала. Девары музыкального ветра и прозрачная звука вода. Там листва, партитура и оркестра прошумит, растворясь никуда. Субтитры сделал DimaTorzok.
следующем выпуске вы посмотрите выступления новых участников проекта. Мы зажигаем новые звезды.